А вот это девочки, мой спонтанный, спонтанный не разбор, а просто спонтанный показ мод. Показ книжки, она такая, знаете, вот у нее такая обложка. Ну, я не знаю, автор, наверное, сам печатал. Короче говоря, мы у этого автора, у этого художника лично купили на ярмарке, на книжной ярмарке, тут вот от него ручное пожелание нам. Фонтанка Лондон. Да, ладно. Короче, художник, да? У него есть детские книжки какие-то. Мы в одной галерее, в которой муж участвовал в выставке, видели, что продаются и книжки с его картинками. Но что-то мы тогда не могли купить. Вот, я не знаю, мне кажется, он как-то сам это все печатает. Короче говоря, вот этот художник, мне просто нравятся его картинки. У него в этой галерее продаются оригиналы его работ. И оригиналы, и открытки, и вот принты, копии, да, с оригиналов. Ну, в общем, такое вот у него иллюстративное все. Такой карандаш, тоже не знаю, пастель, по-моему, да, пастель. Может, даже масляная. Или чоли. Или просто пастель. Короче, вот такое вот все фактуристое. Наверное, пастель, да? Или что? Или карандаши, или... Не знаю, в общем, такое оно. Довольно забавно. Ну, прикольно, мне кажется, для вдохновения можно такой альбомчик периодически полистывать. Вот такое все фактурное. Клевый такой зай. Зайц. Ну, это просто вот у него такие работы. Да, это не, я так понимаю, не куда-то нарисовано. Эдуард Кварацхелия. Что-то там, я не умею читать по-английски. Вот. Чему-то посвящены работы. Они имеют какие-то названия. Если это перевести, то, наверное, будет интереснее смотреть даже. Ладно. В общем, просто хочу показать вам этого художника. Почему я захотела вам показать? Потому что, блин, галерея Марс. Муж на нее подписан, раз уж он там выставлялся. Он выставлялся со своими плакатами. Он же член Союза художников в секции плаката. И была выставка посвящена коронавирусу. У мужа очень много плакатов, посвященных коронавирусу. И его плакаты разлетелись по всему миру, знаете, во все газетные издания. Но они просто, я не знаю... А, выставку организовывала какое-то блин, медиа, что какой-то медиа организация организовывала, короче. И у нее, видимо, разрешение на использование плаката спрашивали. Вот, ну, короче, брали вообще без спроса, без всего. Ну, видимо, имели право, не знаю. Короче, по всяким газетам, по всяким там журналам, в интернет, ну, в общем, во всяких СМИ, в интернетных, везде мелькал плакат мужа, один из. Господи, ушла своими мыслями неведомо куда. Так вот, галерея Марс. В этой галерее, короче, будет сегодня выставка, блин. Открытие выставки этого Войцеховского, Александра Войцеховского. Гляньте, какой клевый чувачок. Суперский. А дерево? Так, нарисовано пятном, пятном. В общем, забавные такие картинки. Супер, да? Такая свободная техника мне нравится. Да, похулиганить можно. Вдохновиться и похулиганить. Очень полезно иногда хулиганить. Я люблю. Хочу себе больше этого позволять. Вот. Смешной психолог. Чё? Не знаю. Что это значит? Переведите мне. Ну, в общем, такие вот штуки. Ну, тут целый альбом. Не буду уж, наверное, весь листать. Так, сейчас. Ну и, в общем, этот Войцеховский, да, я уже сказала, что он продает свои работы в галерее. И оригиналы, и принты, и открытки. Эх, хочу
Хотелось бы мне сегодня попасть на открытие этой выставки, потому что он там будет самолично что-то рассказывать. Интересно послушать, интересно посмотреть, вдохновиться. И вообще послушать в контексте самого автора, в его энергетике побывать, короче, проникнуться глубже. Если получится у меня куда-то Арину сбагрить, либо ее с собой привлечь, можно будет сходить сегодня. Буду вещать тогда в сторис. Посмотрим. Куры с гривами своими, господи. Прикол. В итоге я все равно вам всю книжку полистала. Невозможно оторваться. Вот. Класс. Все, заканчиваю, закрываю. Закрываю, заканчиваю.